6 единиц техники, 10 специалистов. В отдаленном районе Севастополя, в селе Павловка, на участке площадью больше 2 гектаров рабочие возводят пожарное депо. Это самое большое среди строящихся. Это одно из первых пожарных депо, реализуемое по федеральной целевой программе. Стоимость объекта 244 миллиона. Здание площадью в 2000 квадратных метров, рассчитано на 4 пожарных выезда. Будет оборудовано техническими помещениями для обслуживания автомобилей, мойки, также хранение служебного инвентаря. На втором этаже расположены комнаты отдыха, комната психологической разгрузки, малый конференц-зал, уборные и душевые. Рядом с двухэтажным зданием огнеборцы смогут заниматься физической подготовкой. Специально для них возведут тренировочный комплекс. А еще на территории пожарного депо появится трансформаторная подстанция, резервный дизель-генератор, а также пожарный резервуар на 400 кубов. Так на проекте выглядит новое пожарное депо. А прямо сейчас подготовительный период. Разработка грунта, бетонирование фундамента, вертикальная планировка. Подрядчик местный, севастопольский, опытный. На рынке около 10 лет. Уверяет, строительство будет срочным и качественным. К осени этого года уже все будет готово. Это интересный объект, у него есть своя специфика, но ничего сложного такого критичного нет. Просто очень много инженерных сетей в силу того, что это все-таки объект МЧС, а не обычная коммерция. Поэтому очень много вспомогающих сетей, очень много дополнительных требований по пожарной безопасности, по системе автоматизации и так далее. Еще одно депо, но поменьше, на 2 пожарных выезда появится и в соседних селах. Строительство таких объектов стало возможным благодаря федеральным средствам. Впервые за последние десятилетия началось строительство пожарных частей, уже начато строительство села Павловка, Терновка. Важный момент. Новое депо возводят в зеленой зоне не случайно. Огонь в лесах распространяется быстро. Страдают большие территории. Специалистам лесопожарной охраны Севастопольского лесхоза не всегда под силу справиться самим. Вызывают подмогу из города. И здесь каждая секунда, как и километр на счету. Село родное, Терновка, Павловка, село Боярской долины, они отнесены к населенным пунктам, подверженным угрозе лесных пожаров. Естественно, строительство вот этих пожарных частей играет большое значение, в первую очередь для безопасности, обеспечения пожарной безопасности этих населенных пунктов и предотвращения перехода природных пожаров, в том числе лесных, непосредственно на территорию проживания граждан. Также это влияет на своевременную ликвидацию лесных пожаров. Всего в отдаленных районах Севастополя построят 3 новых пожарных депо. Специалисты и техника будут рядом с зеленой зоной. А значит, контролировать очаги возгорания там будет легче, и последствия пожаров станут менее ущербными. Ирина Варава, Деливер Меджитов, новости Севастополя.